Организовывали очень долго к этому. Я пыталась дойти. Для меня просто это нечто большее, чем просто видосы. Типа, мне просто хочется сделать все круто. И знаете, как будто за последние пару лет появилось какое-то дело, которое, типа, вот ебать, знаете, которому очень хочется заняться, и оно просто ебануто меня заряжает. Типа, я очень боюсь идти в неизвестность, но я понимаю, что мне очень хочется это делать. Не знаю, почему я плачу, я просто физически устала, типа, мне не грустно вообще никак. Вот у меня нету реально никакой грусти сейчас во мне, вот, или нет настроения, такого нет. Типа, я просто, знаете, рассказываю, как... Но почему-то плачу, я не могу объяснить, типа, реально. Типа, не жалейте там меня, все супер у меня реально.